Его имени уже победа. Виктор – неоднократный чемпион республиканских соревнований по боксу, участник первенства мира и бронзовый призер первенства Европы. Спорт говорит действительно мир. И если в реальной жизни конфликты улаживает без кулаков, то спортивным все методы хороши. Победа – это значит перебороть самого себя. А если ты представляешь честь своей страны на ринге, то ты не имеешь никакого права даже проиграть. Чтобы получить такое свидетельство, нужно следовать как минимум трем правилам. О, спорт и мир, невозможное возможно, и тише едешь, дальше не будешь. А еще завоевать звание чемпиона мира или Европы. И только тогда становишься стипендиатом президентского спортивного клуба. Это значит, что твои заслуги оценили на самом высоком уровне. Вместо спортивных костюмов – деловой стиль, вместо Олимпа – сцена. Чемпионка Европы по шашкам Дарья Федорович получила сразу два свидетельства – за себя и сестру-двойняшку. Сейчас Ольга в Китае на всемирных интеллектуальных играх. С одной стороны, конечно, между нами существует конкуренция. Мы всегда стремимся походить одна на одну. А с другой стороны, существует элемент поддержки. Конечно, это свидетельство очень много для нас значит, потому что это большая поддержка и нам, нашим родителям, и создает нам дополнительный стимул как бы прогрессировать. Звание стипендиата – это еще и материальный бонус. Чем выше результат, тем выше стипендия. Максимальная сумма – 3,5 миллиона рублей. И это ежемесячно в течение года. Из года в год увеличивается количество стипендиатов, возрастает общее финансирование проекта в целом. И мы видим, что эти инвестиции приносят отдачу на крупнейших мировых аренах. Своими победами вы вновь и вновь доказываете, что мы вместе движемся в правильном направлении. 220 международных соревнований, более 200 медалей и, как следствие, 174 стипендиата президентского спортивного клуба. Это именно те ребята, которые станут сильными, как медведь, быстрыми, как домрощева, и элегантными, как лобач. Очень приятно, когда кто-либо становится призером, становится на высшую ступеньку пьедестала, и я этим очень сильно горжусь и чувствую, что вся страна этим тоже гордится. Татьяна Харлинская, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ.